Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Я сегодня хотел вам рассказать о том, как я делаю снасть на бычка на банку. Вот такая вот получается снасть. Вот. Для этого я беру леску 0,5. И начинаем вязать. Делаю сначала бусинки. Начинаю вязать крючок. Значит, мы теперь делаем петельку, не петельку, а узел. Значит, где-то сантиметров на 5 от крючка. Это делается для того, чтобы потом этот крючок хорошо держался на стволе. Опускаю бусинку и обрезаю. Почему именно так я вяжу крючок? К этому я пришел эмпирическим путем. Значит, получается, если крючок ты вяжешь через ушко, то он не так вот расположен, как вот этот крючок, а получается он под углом становится. Это не совсем удобно. Не так, как нам надо было бы. Вот, если вязать крючок таким макаром, то он получается, как продолжение идет лески. Это намного удобнее. И красивше. Дальше мы делаем такое. Ставим скользящий грузик.
Рус я ставлю 63 грамма, потому что глубина на банке где-то около 8 метров, чтобы быстрее пробивало толщу воды. Значит, 63 грамма будет само то. Дальше ставлю бусинку, чтобы не разбивало. И теперь идет большая бусинка. И теперь на большую бусинку накручиваю основную леску. Получается, что никакого узла, ничего не надо. Эта бусинка будет держать очень даже великолепно. Вот она уже практически не двигается. Все. Теперь ставлю еще маленькую бусинку. Это получается дополнительное привлечение бычка. Он же хищник. Вот ему дополнительный раздражитель. Вот у нас получается вот такая конструкция. Теперь мы отмеряем то количество лески, которое нам необходимо. Ну, где-то, наверное, вот так вот. Делаем петельку. Лишнее обрезаем. Что-то здесь получилось ненароком петля. Так, вот у нас получилась такая конструкция. Теперь нам необходимо привязать сами поводки. Берем поводочек. И вначале давайте сделаем узелок, как положено. Берется основная леска и делается такое колечко. Одно. А сверху еще одно. Теперь берется нижнее колечко и вверх. Вверх. И вверх. Три раза. Дальше. Это дело распрямляю. Теперь вставляем сюда поводочек и затягиваем до щелчка. Все, крючок привязан. И также делаем второе полукольцо. Опять теперь нижнее берем, вытаскиваем, нижнее вытаскиваем и опять нижнее вытаскиваем. Распрямляем его. Поэтому здесь вот важно, чтобы вот здесь вот получилась прямая линия. Теперь до щелчка. Все. Крючки, получается, у нас смотрят, видите, строго вверх. И еще один крючочек. Раз, два, три. До щелчка. Все. Вот он, получается такая конструкция. Быстренько и красиво. А теперь хочу вам показать, как я делаю поводок.
для ловли бычка с берега. Берется отрезок. Теперь делаю петельку под груз. Вытягиваю. Теперь отмеряю, сколько мне надо лески. Делаю петелечку. Окончательно для крепления снасти лишнее обрезаю. Вот получается такая конструкция. Вот смотрите, видите, здесь сразу идет отводной, и он уже, этот поводок лежит на дне. Если мы сюда цепляется грузик. Так, подцепили грузик. Теперь получается сюда, опять же, бросаем бусинку. И крючок. Раз, два, три. 4, 5. Вышел зайчик погулять. Все. Ну, получается вот такая конструкция. Теперь тем же самым способом вяжем парочку поводков. Раз. 2, 3. Раз, два, три. Поводок засунули. Затянули до щелчка. Все. Вот такая получается у нас конструкция. Быстренько и очень надежно. На бычковые снасти. Они должны быть простые. И очень-очень дешевые. Так как их рвется очень много. Вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать. Может быть, кому-то это будет и полезно. Все, будьте здоровы.